Я понял. Сейчас я переключу. Перебафовые каски тогда. Как алкашку отключить, ребятки? Сова бухая ходит. Я ничего не вижу. Смотри, я и тебе расскажу. Настройки графики, эффекты. Я знаю, знаю. Я вот думал, как снять ее вообще. А, никак. Жди. Да, ну минуты три держится. Я уже и роганул даже. Нет, я только три банки выпил, мне уже хуёво. Не-не-не, пей до конца, когда там она и рыгает еще. Не, из той бочки хрен он напьется. Ему надо этот. Ну я напился, пожёстче. Короче. Вроде такой здоровый уже напился. Он, в принципе, раз у тебя в глазах мутница, вместо человека видишь, бля, каких-то странных существ, да? В шапочках. Че, в ТТГ, бля, да, собрались? Да, да. Было бы неплохо. В 25-ку. А че не? Мне жетончики надо. Сейчас пару жмуриков соберем, блядь, все. Мне осталось. Боты. А, боты, да, я понимаю. Кинжалы получше будут. Что получше будет? Кинжалы. Кирилл. Со второго босса. Кирилл? Архиепископа. Да. Может, око? Что-что? Может, око? Око? Око. Сейчас, секунду. На Малигаса, да. 25-ку. Какое око? Там что забыли? О-о-о. Окабури. Такой БГ есть интересный. Там, короче, можно со старта на мид полететь. Отлично. Крутая идея, кстати, за флагом сразу. Ноль драки. Заруинить сложнее. В ЦВК, бля, погнали. Делать мне шаем. Все верно. Все верно. Десятку обычку, короче. Десятка обычку. На два стака разобьемся. Да, 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 да. Так тут уже почти три выходит. А нахуя свою табличку? Вы на втором боссе умеете? Это же хрен. У меня это ДБМ делает. Мне пофиг. А, на втором боссе где? В хиджале 25-ки. Ой, блядь, какой хиджал, нахуй. Целка. 25-ка хм. Я вообще не помню, какой босс. Был тут три раза за все время. Слушай, я долго уже пьяный. Да ты пей без конца и края, короче, рогать будешь, я тебе даю 100%. А тогда полегчай, да? Да, да, да. Что мне... Да пей без голоса. Вообще ничего не развивает. Женя. Ну как? Хоть чуть-чуть развивает, хоть что-то. Ну, ну вот это рыгать, там, бухать, пить, курить, нахуй. А, уже бьем? Блять, как-то... Ты Роскомнадзору это не говори. Такой неинтересный. Чё, газ оставляй? А, ну, что-то разъебали. Чё, начали бить. Брось. Так это обычка. Так вот, в обычке собирали. Я говорю, да, со стаками, обычка со стаками. Обычка со стаками. Обычка со стаками идет. А Гера без стака. Теперь все, собираем. Вот мне ДПС. Падло. Всем привет. Здорово. Привет. Алло. Гениально. Гениальный а грипп. Кто я его сбил? А ты как гриппом?
А, пиво, я понял. Оп-оп. Ладно. А сколько стаков надо? Заново зайдем, может? 5 стаков надо. Мобо хватит. Хватит? Вон там слева сагрили. Тут только не вешайте. Лися добьют его. Сейчас сдохнет, сейчас пиво делает. А кто-то бьет его прям. Оп, один стак есть. И... Слушай, Влад, а удобно, у меня персонаж крутится, в бок летит. Сам. Это колонна сейчас облетел. Смотрите, две пачки, осторожно. Ой, бля. О, и половины здесь нет? Класс, не забит. Уф. А чё, где командование-то выше? Нужно командование сбить каст? Ну да, стан дать тяжело. Этого у них спрашивают. Предвкушаю. Да снимайте там. Сейчас поставлю. Оставшихся двоих. Чё, лежал? Чё, один стак только? Угу. А у нас хватит разве? Мобов вроде не хватит уже, нет? Три надо, да? Четыре еще надо. Уже не хватит. Уже не хватит мобов. Это не хватит, если хватит. Вот слева один. Сверху, справа и снизу. Да, четыре пачки есть. Стопните дамаг в стан, блять. Ну все, пиздец, пошли обновлять, но. Сейчас для чего вот эта волна была дана? Какая волна? Варовская, блядь. Агро получается. Что-то не все в диссе, может? Не знаю, что со стаками идем. Странно. Выходить. Там пиво спрашивает, что за стаки. Он гриппает. Пиво, ты в диссе? Не, его нет. А, есть, вроде я пью пиво. Пиво там. Нет, Винстон. Темпоральный исказитель моб. Его вообще не трогай. Но после 25% хп, если не ошибаюсь, он начинает каст, который вешает стаки. Нужно 5 таких костов, чтобы доп лут на боссах был. А. Не обновилось. Не обновилось. Просто Винстон был об этом. Дядь. Подождите. Все вышли? Ну сейчас там сдохший, куда пойду, и летний дух еще где-то. Я в офлайне. Не может. А, летний дух где? Чекните. Бронзовое 3. Святилище. Надо летний кикнуть. Дух. Либо кикнуть, либо если он... Он АФК прямо перед входом. Стоит. Ну вот, значит, надо кикнуть. АФК. Потому что так можно долго ждать. О, вышел. Только сказали, бля. Ставьте ХМ. А зачем мы обычку идем? У нас у кого-то проходов нет? Хуй знает. Тренироваться, блядь. Блять.
Кирилл. Короче, Кирилл, он не обновляется, я скидываю тебе лидера. Ну, наверное, куда пойти надо тоже, наверное, убрать. Maybe там. А в офлайне не может из-за меня. Ну. А, Лефорт первый раз. Если у тебя перс там, то, наверное, из этого не скидывается. 279 котика взяли, но... Два кота в рейде. Чё, сейчас коты шапнутые? Чупсала. Ещё дальше что? Знаешь, сколько вчера котик надамажил на голову? Не обновилось. Я знаю, что они апнутые, но типа... Попробуй апнутого. 279 код даст на 30-ку максимум. Бля, в смысле не обновилось? Вы, может, зайдёте? А, нихуя себе. Чего не написала, что обновлено при замене? Не, ну не пишет, а тут внутри обновилось всё. Я скинул назад. Всё, круто. Давайте двигаемся. Я и снаружи стою вообще-то. Ну, значит, это не из-за тебя было. А может, из-за тебя? Может, ты, пока мы выходили, заходил в игру? Все, идите дальше, стопните этого. Не сосите, пожалуйста, не трогайте. В смысле не сосать? Куда пришли? Соси, но с любовью. Отпиздите его. Стопните уже потом. Я вообще без дота пью. Стоп. Ну что это, блядь? Сбили опять или что-то? Да. Кто-то забил. Да вроде два стака нормально. Два стака есть, да. Лука стоит. Да не. Нормально. Повезло, повезло. Ты уже хотел взорваться, да? А вот это чей ходж сейчас был? Кто нажал ходж? Кого? Кого нажал? Ходж, блядь. Ну, что там такое? Ходж. Не, ну сейчас третий стак. А, пошёл стак, всё, сорян. Да, стак есть. Там другой каст сбили. Вот этот вот. Ребята, а нахуй вы... Топните уже. Пойдёмте, чё вы у него стоите-то, блядь? Второго пришествия ждёте? Да. Верн, поймай дальних. Или там другие танки вас чуть. Большому каст надо сбить. Каст большому. Мелким поливай. Это последний каст. КП перебиваться сейчас будем. Обычка. Подойти.
Защитан в квадрате, чудненькая камушка в черепе. Куда пойду и стейль в кости. Остальные находятся раньше сами на резонанс. На стреле. Так, стрелы же не так. Какие стрела? Забыл. Стрелы нет. Короче, на резонанс разбежаться надо. На сожжение сбежаться. Максимум два человека под резонанс вместе делят. Иначе смерть. Если увидите, что вы вдвоем, вы жмете свои прожимки. Думаю, да. Сакру, куполы и прочее отдавать только, когда на нас дота дотикивает под резонанс. Че, варан вместе будем достоять? Подважим. На стританка очень много. Рендж 8 по механике, по радару можете 10 сделать. Кому сложно найти рендж быстрый и правильно. Еще дальше не получится? О, заебись. Так, яды диспелить под разбежку, кто с себя яды может снимать, там или shift, или как-то еще сами делаете сразу. Коши и прочее жмете. Кто может, фридумы, паладины, с других также диспелите. Ломка, летний дух. Летний дух тогда, если что, по-моему, первую пати подиспелить, ломку свою. Я по хилам начну. Ну, хилы успевают разбегаться плюс-минус даже под ядом. Я защита на сниму, остальные себя сами могут. Подважить стоим. Да? Ну так, плюс-минус, да, но кто ватный, желательно одному отойти. Если под резонанс, когда дота дотикивает, опять же. Ну, обычка тут не так страшно, но все равно под стаками может ебать. Суманите, пожалуйста. Алло. Четвертый пати прист. Кто только зашел и не в курсе, напоминаю, химия и прочее, все свое. Из-за ЛК фласки будет прилетать ГП. Если у вас там ДПС еще при этом 15 тысяч. Так, что у нас 25-й какой-то есть? Минута, минута. Блять, народ, как это, короче, радар включить? Типа... Рэндж 8-10. Лэш рэндж. Тебе в чат написали все. Без точки напиши. Если у тебя ДБМ не стоит, он у тебя хуй включится. Ну, как бы да. Жалеть не дух, сука, фласочка. Ну и последний ДБМ, включается сам радар и прочее на боссах, где это требуется. Не, ну не все есть, оно там письменно, ну, это хуйня письменно. А, правой клавишей, я понимаю. Фреймы выбираешь правой кнопкой, и там показывают радар. Если сложно, а можно что-то такое, команда есть что-то такое? Правой кнопкой по этому прямоугольнику, где у тебя чат, текст пишет. Рэнджи. Ну да. Там, где имена тех, которые рядом находятся. Там параметры чёрные отображения зоны. Или что-то такое. Там только радар, текстовый. Нет, фреймы. Оба. Показывать только радар. Им то дайте? Дайте фулл приста и им... Начинаем все под боссом. Кто там Шелмейда начинает? Я всегда начинаю. Ну, начинает. Горис. Что? Резонанс 10 секунд. Беги, малышка, беги!
пиво, ты умрешь, если не прожмешь этот подкаст. Не, нормально. Резонанс 10. Беги, малышка, беги! Так, у нас дотка. Резонанс. Беги, малышка, беги! Не набрали раньше. Дай ему БР, Борис. Хай бьет. Резонанс скоро. Беги, малышка, беги! У нас дотка еще. А? Кто кого там убивает, блять? Не, я как обычно задираю. Двор подожди. Сам не бой подожди. Да, остальные пропалуйте, можете не отказываться, если что-то на трансмог или не трансмог. Там резчик для пиццы, ребята. Да, угарно. Да не, это похоже на VR больше. Я добегу. Железный VR. У нас типа байер на проходку. Мне писали, спрашивали, раз 25-го нет. Вставай, Морт. Ну, байер в БС. А, в БС. Типа, это ну, не да, есть такое. Да пофиг. Ну, он вроде знает, что делать, сказал. Да, факапы стоит. Чего уж. Так, ну, на ласта тогда его потом возьмем. Сейчас в БС. Не ебу я как радар включать, вообще без понятия. Что полезно. У меня нет радара. Да, выставляй руки в стороны, кого цепляешь, значит рейндж, блядь. Ёлый. Извините, шкаф. Просто быстро слетаю. Масса, блядь, закончилась. Я наварил. Приком, приком, но эта хуйня что-то, блядь, не могу включить. Как... Так а нахуй она тебе не нужна, блядь. Вертушку крутани, если никого не убил. А чтобы долбоебов не видеть вроде тебя в своем радаре. Я понял, блядь. У меня вообще двое было. Хотя бы один, ладно, у меня прям двое оказались в радаре. Кто это? Ну, желание волнуйся, ко мне вообще четверо забегало.
Да? Да, меня и шотнули. Вы сначала эти... перед пулом становитесь, находите себе место на будущее, если вы не поняли, как сначала происходило. Да, вот как раз-то, кто встал... Ну, если у кого короткая память, вы не запоминаете, к вам надо отбежать, я вам сочувствую, как бы. Ну, поздно кто-то побежал, время, когда уже каст шел в резонансе, там челики бежали, и раньше между собой не словили. У меня вообще портал, я прям где был, там и закончил. Короче. Три человека, кто будет засчитан? Я побегаю. Давай, ну и куда пойду, давай, да, сейчас поставлю мне. В центре. Центр выносите темпоральный. Трем людям, которые сейчас были названы за щитан, куда пойду. И выброс клавы. Приблизительно, где черепаха. А вот эти три метки, эти три человека уже с обратным расходятся и взрывает его там. Кто к ним подойдет из РДД слева-справа. И умрет ваши проблемы, ваши ГП. Я тогда в кресте, защитан в черепе. Туда пойду брать. Ставлю вам метку, куда сбегаться, если вам тяжело. В луну. Третья пати слева, четвертая пати справа РДД. По копиям. РДД дальнюю будут бить, милик, если что, там я скажу вам, куда перебежать, не перебежать во время пула. Ну, дамага должно хватить до третьей. До третьего таргета, до второй копии. Чё, рыбу вам надо, да? Ну, мы просто вроде без рыбы еле били. Темпоральный каскад бить. Это выносить в людей. Обратный разносить. Одному стоять, радиус 6 метров. Иначе убиваете рядом стоящих. Ну да, три танка. Что имеем, то имеем. У них же ДД нет. Гориса какой-то есть, но... собственно, тоже нет. Какая будет. Дайте лапку инту еще раз. Просто держать в фокусе, следить за киком каста, за темпоральным выносить. Миликов тоже касается. На вас он кидается. Тут есть дебаф этот магический? Слово тьмы стереть. Да. Магию диспелить, ретрики. Себя сразу. Можете помогать еще хилу. Ну, тут это не критично, но все равно. Ассистить рейду надо учиться, а не просто так 1, 2, 3 заходить, нажать как долбоеб. Еще один чек. Метку поставь на основную. Так, РДД в заднюю, милики дальше. Все, выносим темпорально. Бьем дальше череп, если что. Кто там стреляет, стоит на хренке. Ну вот, кто стоит рядом с квадратом, вы красавчики. Чё я вам говорил? Цитаэль ворона, ворон хейта. Камушка, афиг. Ну, вот, стрель КД. Куда пойду тогда, ворона? Сейчас.
Ну скажите, вы ебланы, блядь, или что? Вот зачем ты на ханде тут бегаешь с нами? Я тебя называл. Кто-то другой это наши квадратики. Надо резать, друг. Не могу резать. А, не, не могу. Когда? Сейчас расстроится. Так, третья пати заднему, четвертая пати смотрим другую копию дальнюю. Всех вместе дамажим, милики свичную в ближнюю. Не бейте мейна, нахуя вы мейна бьете, стоите? Вот центральную бьют, люди, центральную, блядь. Вы добили щит на дальний. Че вы не свичаете, блядь? А у тебя все милики АФК стоят, босс охуярь. Заебись. Миловидная копия. Нахуя ты бьешь копию, расскажешь? Ну, я объяснил, непонятно дальше бить мейна. Как сбить щиты. Ой, блядь. Мы не пробьем, скорее всего. Минута 10. Ну куда ты там с темпоральным бежишь? Луну, луну. Прощай. А, нихуя себе. Прохил будет? Можем падать, Кирилл. Да я вижу, блядь. Сейчас упадем. Дальше долбить мейна. Ну понятно. Даже не пытались свичить там других. Он один человек, два побежал и все. Чё непонятного было, блядь? РДД добить. Дальнего посередине, на тропинке. И милики, почему вы АФК стоите, блядь? Там говорят свичнуть. Меня чё, хуёво слышно? Или я непонятно объясняю? Смерть от обратного рядом с квадратом, блядь, первые три. Тоже хуёво объясняю. Не стоять рядом с метками. Можете пройти вперед туда, справа встать. А вы не пробовали выходить из этой комнаты, чтобы заявился босс? Гера, дебаф. Если чё. Снасть у нас заменить. Ну там над людьми тикает 1, 2, 3, блядь. Вы смотрите, как вы влетаете? Или вы просто взяли таргет и бежите вперед, похуй. Глаза закатили. Тут этот инс такой хуйни не прощает. Привык долбиться в глаза там в рекаунт и просто на полоску хп. Еще надо слушать тоже, что говорят, и вникать. Давай посмотрим урон по счетам.
Ну, просто, блядь, два элема, вар 300 тысяч, и остальные пук-пук с рёнька как по 150, нахуй. Какие-то ДД, блядь, 16 тысяч, 17 тысяч, 20 тысяч. Кто вот не свичил там из миликов? Аутизмом болеете? Или уши засорились? А где ты по щитам смотришь? Что-то я не могу найти такого. Гитлес справа, дальняя, пользовательская. Второй пункт. После зелий. А, урон активности вот это? Урон по щитам. А, во. Спасибо. Че? Кто у нас вышел или что? Настя предупреждала в начале рейда, что ей надо будет отойти через определенное количество времени. Вот она отошла, я ее прикинула в другую патч. Я не слышал, не видел. Зайти на пол? Там Бьорн предлагает, может, на мага зайти подамажить. Я спекаюсь в хила. Нужен ли тут 4-5 хил, нахуй мне нужен, да? Хпала, правда, нет. Я могу зайти на хпала тогда, да? Ну вот у нас 4 хила, у них нет ДД, блять. Мы сейчас будем сосать в щит опять. У камушки. Или может вы будете свичить нормально? Ну давайте так, если сейчас у второй копии не будет сбить щит, всем, кто нанес меньше основных людей, получат ГП просто. Все, блядь. Чуть-чуть напало? Да, не знаю даже. Есть ли в этом смысл. Вы прохилите без холипала тут, или вам тяжело будет? Mm-hmm. Правда, три рдру, блядь. Ну, давай посмотрим отхил, кто там что хилил. Чудненько на втором месте. В принципе, три рдру. Один может стать под мелизону, а два будет на рейде, на дальних копиях там где-то. Пускай тогда камушка будет на мелизоне. Остальные два эрдру. На рейде. Короче, я нихуя не пойму. Когда они, короче, это, блядь, раздвоенная хуйня идет, появляется моб посередине. Есть еще. Мне его пиздить? Ну ты видишь, щит висит, у твоего таргета спадает почти сразу у мейна, блядь. Конечно, пиздить нахуй. Если у тебя таргет, блядь, в 10 метрах. Я кому сказал, милики, свичните слева. РДД на тропинке среднего. Дальнего, точнее. Нам нужна третья аура. Летний дух поставить третью ауру, или он уже кто-то поставил. Ну и чё там ШП? На рыбу кончил. Ласки. Пока так нам всего должно хватить, если вы сыграете как надо, блять. Вам говорят. А не по-своему. Ты готов, лорди?
Плюс резче, минус. Короче, готов, даю отсчет. ДД вправо. Скоро будет копия. Представляете, там мили темпоральные тут. ДД дальних, милики ближнего, свечник. Кинг-каст. Череп добиваем. Хорошо тут стоишь. Яростная, миловидная, лихор. Че, череп не видно? Добить просто. Да, мне кажется, темпорально был, короче, в миле. И, соответственно, Мелехов обратно кинулся. Вот это в конце, когда застрял. Нет, он стоял подо мной с обратным. А он на тебе был обратно? Да. А. Да, я провтыкал, побежал бить дальнего. И вот эти. Че, ресните? А что, не ресните? Ладно, добегу. Или ресните? Вот эту треню кто-то берет? За ГП. Да, нет, не знал. Не знаю. Нет, никто не берет. За ГП. Она на кого вообще хороша? В каких ситуациях? На танка. Не знаю откуда. Откуда ссылка по бычке. Короче, я напал. С ПК, наверное, по-любому. Ну и носите ее на мишках, если хотите. Я обойдусь как-нибудь. Дай шкаф, пожалуйста, быстро. Сейчас дам, сейчас.
Кто тут не знает, что делать? Из новых. Не Фредрика? Нет. Хулипала, okay. Конечно. Проспекус. Так, для миликов. У босса есть фир, пока мы его бьем, а то орачиваться. Каз долгий, ужасающее время, по-моему, называется. И фазы каждые 25% хп, разбежаться по кругу. В метке стоит человек, и между метками по 2 равномерно. Становитесь, милики становятся от черепа к кресту с левой стороны. Так, сейчас я одну метку поебал. От черепа к звезде милики становятся. Находится место. Хилы стоят через метку, начиная с черепа. Там стоит холипал. В черепе. В центре стоит ДЦ. Три эрдру, как хотите, становитесь. Главное, друг напротив друга. Луна, квадрат, крест. Ваши метки. Три друида. РДД по правой стороне. Третья пати будет бить трэш со стороны портала слева, соответственно, становится ближе к порталу. Четвертая пати становится правее, со стороны креста будет бить. Так, Байер. Да, надо взять Байера. Кто там может послакать из... Я могу. А ну он хил 290. Так, сейчас, секунду, я у него еще раз порталец. Уточню. Его же надо еще вниз желательно загнать. Там вообще тексте должен был быть на нем. Но тексте самого нет. Блять, не послакать. Так, сейчас. Сейчас я ему дам дис. По фазе, милики. Кому там, кто новый. Надо ловить сферы. Каждый раз разный цвет. Порядок заскриптованный. Сначала надо словить один раз две сферы по очереди, сместиться по часовой стрелке на место соседа. Потом три раза три сферы. То есть три поймали, сместились, три поймали, сместились. Так три раза после двух первых. И на последний раз одну. Эта фаза идет ровно одну минуту. Начало коста 10 секунд вам разбежаться на 75 первой фазы. И так каждый 25. И минута фаза. Бегать по кругу. Сейчас вы разбегаетесь, запоминаете, где места, где вы стоите. Между метками, в метке. Запоминаете, как смотреть изнутри круга. То есть там на метку. С какой слева стороны? Слева направо метки? Или справа направо? Налево? Справа, ну, слева направо от черепа везде. Ты можешь здесь встать, там уже места нет для миликов, встань здесь. Ну тут у нас миликов немного перекап, да. Треугольник есть еще метка. Так, сейчас я кореса кину к танкам. Секунду. Кто тут из миликов стоит в РТД? Отправо у тебя метка есть еще. Там ворон стоит, он же вроде сова, нет? Там ворон стоит рядом. Не знаю, что он там стоит. Иди сюда, короче, треугольник и до луны есть метка от нас обоих. Он там, где кот. Ну, ладно. Нормально так. Все, котик, ты тогда... Еще есть метка, короче, от звезды до синего квадрата. Так, Таю, ты знаешь, что тут делать? Ты, как этот босс убивается? Еще раз уточню. Просто там тексте должен был быть. Сейчас я перенесу ее сюда. А, не пи... Точно. Вроде не писал, зашла. Закину. Так, Тая, ты знаешь, как босс убивается? Там, там. Так, где ты Мортарс там стоял? В какой метке? Где у нас друида нету? В квадрате, по идее. На перефазу твоя метка квадрат вроде как. Квадрат, квадрат там, стоит. А кто тогда в кресте? В кресте Бьорн. Бьорн, уйди, там должен быть хил. Найди себе место. Вон там слева. Между рамбом и черепом. Да, да.
Противоположно. Таю. Да, крестик. Я поняла, бегу, бегу. Крестик. Так, милики да, стоят кимпом. Вы девочку запутали, Таю на крестик. Да бегу. Будете двигаться за Бьорном, милики, в милизоне. Смотрите, как он выбегает сразу, если вы не видите лужи под жопой. Двигайтесь за ним. Ну, а можете еще сами смотреть. Тоже полезно. Теребов, пожалуйста. Да, босс срет под себя лужами, пока мы его бьем. Они, когда настакаются, 3+, будут сильно дамажить. Тикают не сразу. То есть, может вас через секунду убить где-то в луже. Убегайте сразу. Что ты тут по мне дергаешься? Я тут стою. Ты место свое запомнил? Все. Сбегаемся, если что, к луне, тут будем начинать. РДД, милики, отсюда забегать. Начинает вырез. Рыл стоит. Так, еще раз, чтобы все запомнили сейчас свои места. Куда бежать? Кто забыл, плюс в чат. Ты, короче, от меня слева стоишь. Да, блядь, все, он прикалывается. Он прикалывается, забей. Это же я запомнил, где он стоит. Уже привык, да? Короче, еще это шмешка. Короче, чек, внимание на пул. Сами между собой договоритесь, кто где танчит. Пока вы не на боссе. Главное, забирайте вовремя. Друг с друга там. Поехали. Ну чё, мы пуляем? Да, да. Смотрим. Берегитесь. Ну, индивидуумы. Но... Я думал, говорить, не говорить, профир, блядь. Рофлите. Так, Бьорна, Леофорт, Леофорт, Яростный, Ворон, Редвара, Речи, Эберин. Разрушители убейте, чё вы, блядь, кашите нахуй босса, играете. Пер 5 секунд. Хера надо отворачивать, я говорил. Берегитесь. База. Бежали. Все, дальше смотрим на соседа, как они двигаются, считаем сверки сами. ДБМ также пишет. Хэмки на этой фазе, все, кто могут хилиться, также хилят себя и соседа. Ретрики, Цовы, Элемы. Танки из форм только не выходят.
также в Хэмплер, ДД, Рефлект. Ну и вот это вроде все были. Ну, для общего понимания, вы были в курсе. Рефлект — это отражение, если что. Трэш выходит 3 секунды. Нет. Поздно. Отзабрать, отвернуть. Так. Варда откинул. Варда вот это слева не надо вести под рейд, прямо чтобы он станил там людей. До конца поддержишь. Процентов фазы. Кого из них? Блять. Цитаэль, летний дух, Таю, Леофорта, быстрее. Есть время. Он хер знает, где лежит. Подвозка. Центра. Поймай там. И рядом кто, перепрыгните на место соседа. Иди ловить, кого резнули. Прохил, прохил. Ну пиздец, блядь. А вы типа без анонса не можете от Ферат вернуться или как? Там Фир. Они, ясно, видел, типа несколько людей побежало в Фире под молодым. Под Фиром как раз тогда и умерли. Ну, такая распала, и кота какого-то я видел, что они побежали в эфире под морд. Упал, да? Это тут эфир кастуется 2 секунды, а в Хэме он полсекунды кастуется, или даже меньше. Вам там тоже анонсить надо будет, или что? Или, может, сами сможете сориентироваться? Давай, пожалуйста, анонси. Нет. Не смог? Никто не будет. Вы видите, анонсить? Какой длины каст вообще? В рофлите анонсить это, блядь. Какие нахуй анонсы? Там, ты не тому паладину ГП дал. А, не тому? Не тому. А, сорян, сорян. Летний, да? Да, но он вроде вылетел. Артер 4? Ну, как вариант. Уже не будем разбираться. Он ничего не проанонсил. Войс никуда. Микрофон за 100 рублей купить можно. И опять же, такие рейды в ХМах. В таких моментах вы там будете молчать. И лично что-то с анонсом сказать. Что вас надо заменить. Вы лагаете, вылетели. И босс зависит буквально от одного смерти. Одного человека. Вы нахуй не нужны в рейде. Я сделаю фулл релог, у меня почему-то слайд-шоу. Около черепа поставил Джесса. И в этой гильдии, в том числе. Смунете, пожалуйста, потому что фулл релог. Катя, такое Катя, типа я ебал нахуй и нихуя ничего не понимаю. Всегда есть вариант спросить, что непонятно. Если я ебал. Да, вот тут, увы. Не я лечится. Я лоботомию не делаю. Ой, блядь, ну заебись. Что такое? Искликнул. Пулил босса? Нет, хаф убрал. Игорь, а я не помню, ты себе вашку ставил? Да, да, есть у меня. Ну, у меня на отражалку тут нет вашки, почему-то не работает. Напиши мне это в ЛС. Сейчас на перса. На перса напиши мне просто. Я не могу ЛС просто открыть. Так, чё там, летний дух? Первый.
Все, ГГВП. И мне в ретрика, типа. Ну, тебе это быстро спекнуться в ретрик? А. Ну да, но фласок у меня нет с собой ретрика. Да похуй тут на фласку, забей. Ты сейчас фласки можешь. Добегу спекнуться. Конкретно ты можешь бить фласок. Да сейчас. Да, в КДш сказали, нечаянно отменили. Или напали, так точно. Тогда я не в черепе больше. 30. Так, я там видел, я у друида отжал метку, да, это в луне. Я в ром встану. Игорь, у тебя скачалось? Или тебе через я здесь лучше кинуть? Немножко пива. Ну, встанешь в луну. Я? Да не, не ты. Я ж череп освободил. Я больше не хил. Ну, ты встанешь на место летнего духа, получается. Где там он стоял? Кто рядом с ним был, кто помнит? Не помните? Вон, миловидная где-то там стоит. Назови место ему. Рядом с какой меткой? Если бежать от босса. Я давай.